Немножко мягче. Это надо делать. Пусть остается на месте, плечи на месте. Возвращается туда. Только двигается вот эта вот часть. Поняли? Вращайте, не забывайте. Должны быть большой амплитуды вращаться. Если поворачивать правильно, тогда он не будет ходить. Oh! Но если вы только здесь, тогда здесь будет неправильно. Слишком длинная. Если мы будем только на колено обращать внимание, то правильно... Поэтому надо еще обращать внимание на другие позиции. Если вот так вот встать ногу, сильно легко, отвести, тогда это будет. Сказали все правильно, но думать надо не только об этом. Например, если здесь поднимитесь, отведете назад, просто. Короче говоря, надо думать вот об этой точке. Если, например, колено правильно поставили, а здесь у вас ничего не поворачивается, это уже неправильно. Только если вы это все воспринимаете вместе. Вот, поэтому думать надо не о колене, прежде всего думать надо вот об этом месте. Если вы здесь правильно согнете, тогда у вас колено встанет само по себе, как надо. Потому что если колено согнуто нормально, а здесь не согнули, то уже ничего не получится, потому что вы не сможете двигаться. Потому что вы сейчас движение руками сделали. Если здесь будет неправильный угол, тогда вы либо упадаете вперед, либо назад. Поэтому смотрите, что центр тяжести вошел сначала отсюда. Сначала вы думаете о том, как у вас здесь сгибается, и потом только уже думаете о коленах. Есть жесткие, мягкие, но вот так вот, как вы сейчас поставили, это пока не очень хорошо. Надо больше. Есть у кого ступня жестче, есть у кого мягче. Отводить ее так не надо. Потому что самое плохое, это когда коленка будет уходить. Вот. Это не совсем прямая нога, да? Не вперед смотрит сидя, потому что это не запомнит. То есть главное, чтобы вы обращали внимание здесь. надо вместе, энергию и скорость объединять. 薬でしっかりと身につける。Слишком медленно. Нужно представлять себе, что вы атакуете уже. Все, что говорят делать, там делают уже. В одно движение. Ногой не сможете сделать удар. Надо крепче стоять. Да, и обращайте внимание, все время думайте о том, какая у вас поза, чтобы спина была прямая. Стоп. Врага не отводите назад слишком далеко. Так как новички делают. Берем, ты принимаешь новую. Идем. Перерыв сделаем? Если еще обучают, потому что если вы будете учить кого-то, да, и у вас шансерик уходит, то вы их так и научите, они будут повторять. Технику ногу, единственное. Когда я потом задал, все. Когда я потом задал. Ваня.あの日本の選手を見たところは、なんかフォアのトラッカーとか、足首が非常に柔らかいです。柔軟な。やっぱり日本人のためには、これは大事ですか。僕は足首が硬い。だからこことここ硬いけど、ここはダメじゃん。動いたらダメなんですよ。膝は前屈させる。この膝はこう動いたらダメなんだけど。腰のラインは線だから、この時にこの半身にした時に道具打ったでしょ。この時にこことここ硬いんだけど、あとどこかってすっとここなんだ。日本人は多分ここの使い方がうまい。やっぱり外国の人と日本人と外国の人とこうなんですよ。これが違う骨格が。足短い。Потому что у японцев ноги короче. Японцы, получается, располагают таз. Он говорит, если ноги короче, то это легче делать. Поэтому отдельно на гибкости вот этого устава. Потому что если рвалочка, то やっぱり乗せるってことです。乗せる、しっかりとまず立つ、立った後しっかりと乗せる練習をさせると、前屈でこうステップで乗せていくとだんだん柔らかくなってくる。これがこっちに行くと乗らないでしょ。乗らないと柔らかくならないんですよ。しっかり毎日こうです。乗せる чтобы она не уходила никуда в сторону, вот именно вот так вот сверху. 硬いから硬いからといってこうやったり、硬いからとこうやるとずっと硬い。потому что можно как бы просто говорить, что здесь жестко, да? Поэтому я буду ставить вот так вот. ゆっくりでいいからこう乗せていってこ Каждый день, медленно смотреть. Первое, второе, третье. Силу перемещать. Сначала сюда, потом на колено, потом нажимаете на это так же, как при занятии в сидячем. Если вы будете просто поднимать гантели или будете руку держать, так что чувствуете, когда вы чувствуете, как мышца сжимается, тогда она постепенно, да, постепенно становится легче. И здесь также. Про правильное я понял. Отдельно нагрузки просто не работают, обращают пристальное внимание на технику качественную. Ну ладно, не чувствуете. Когда контроль каждого движения. Главное постоянно очень следить за спиной. Вот так вот. И не на коленке. Назад. Не так и не так. А вот только прямо уходит вниз, и тогда станет. Но это надо каждый день. Каждый день медленно. Важно не торопиться. Не то, что вы начинаете медленно, а потом сразу ускоряетесь. До самого конца. Сегодня мы надевали бахилы. И они скользят. Поэтому это примерно так же, как бахилы. Если вы будете скользить на эту полосу, контролировать, да. Иначе просто растянетесь. В Японии используют газету. Именно для того, чтобы она скользила. И тогда, когда вы контролируете движение уже на газете, во-первых, сильнее становится, во-вторых, мягче. Можно полотенце, можно что угодно использовать, что скользит. Или когда просто уборку, пол моете, можно его мыть ногами, контролируя каждое движение. じゃあ次行きましょうか。